Казахстанские студенты, которые обучаются в вузах Китая, собрались за круглым столом, чтобы обсудить стратегию «Казахстан-2050». Студенты и молодежные лидеры подчеркивают, географическая удаленность от родины не повод быть для того, чтобы оставаться в стороне от значимых событий, происходящих в нашей стране. Сейчас в Китае проживает почти 1,5 миллиона казахов и учатся 11 тысяч наших соотечественников. Молодые люди, знающие культуру и язык чужой страны, могут принести пользу Казахстану в налаживании бизнес-связей между странами. Инициатором такого слета выступило руководство общенационального движения «Казахстан-2050» и акционерное общество «Центр международных программ». Мы обсуждали как раз вот различные аспекты реализации стратегии «Казахстан-2050», пытались найти пути того, как казахстанская молодежь, проживающая в Китае, может участвовать в этом во всем.